Всем привет подписчикам, кто смотрит это видео. В этом видео хочу вам рассказать о бизнесе, так называемом, на селе. Заготовка сена для продажи. Но не процесс, как его продавать, как его крутить, вертеть, это может потом. Да и много видео есть на косе. А хочу с вами поговорить. Кто, значит, если я где-то что-то не прав, или как у вас есть другое мнение, значит, в комментариях пишите. Попробуем вместе разобраться. Так о чем же видео? Видео о том, что сколько надо денег, чтобы заняться этим бизнесом. Так вот. А чтобы сено у нас и было на продажу, для этого нам надо, ну, во-первых, трактор. Можно, конечно, купить Т-25, а не МТЗ-80. Ну, особой разницы в цене не будет, но производительность Т-25 будет гораздо меньше. Итак, будем рассматривать МТЗ. Значит, оптимальный вариант, что МТЗ нам нужен с погрузчиком. Ну, значит, этот наш мы покупали за 70 тысяч. Плюс 60 тысяч погрузчик, значит, 130 тысяч он нам обошелся, плюс его ремонт еще где-то 100 тысяч, побольше, наверное, 130. Значит, 70 и 60, 130, ну и возьмем, ну, пускай будет 100 тысяч, 230. Сейчас попробую открыть Авито, ну, продолжить. Смотрим на число. Сегодня 22:16 время. Июль, 5 число. Так, смотрим мы трактор. То есть ищем, нам нужен трактор. Трактор для сенокоса. Ну вот, все проще было. Забиваем МТЗ. Ищем его в Тверском регионе. В нашем. Пытаемся найти с погрузчиком. Вот 150 тысяч МТЗ-80, но с большой кабиной, но что-то состояние не очень и колязин далековато, 200 километров, хотя двигатель лонжерон, и он вроде как бы. Сейчас еще посмотрим какие-нибудь варианты. Какие тут варианты? ТЗ-230, 800, 600. Ну, считаю, для начала это крутовато. 375. Вот, 190. Ну, для 80-ки с малой кабины это, считаю, дороговато. Бежец. ТЗ-80, 100 тысяч. Ну, вот, старица. Трактор. Перефотографировали его. Ну, про этот трактор у меня есть видео. Вот. 82. Большая кабина. Старого образца и с куном. Все, что там нам, в принципе, надо. Ну, вот. 300 тысяч. Кун. И трактор. Так что... В нашем комплекте, кстати, целый, с тягами продольными к мосту. Кун, почти как у меня, быстросъем он весь, ковш. Хороший кун, надежные стоечки, все аккуратненько сделано. Единственное, чтобы посмотреть, не вареный ли он. Но цилиндр переделанный, потому что здесь стояли длинные цилиндры, как на моем. Ну, вроде так не особо трогавши. Ну, есть потеки, конечно. Вот это, конечно, тоже показать. Хотя он быстро съема. Что там? Ну вот, с помощью Авито и мы разобрались по поводу цены на трактор и погрузчик. Теперь нам нужна косилка, чтобы косить трактор. Значит, на нашем примере это Вирекс
1.65 и КРН Бежецкая 2.1. Значит, вот эти две косилки. По ценам сейчас опять же посмотрим то, что у нас есть на Авито, и разберемся с этими ценами на косилки. Ну, следующее, что мы ищем на Авито, это косилку. Роторную косилку 2.1 КРН, которую постараемся найти бэушную за приемлемую цену. КРН за 65. Да, нового образца, штифт на 3 ремня. Вот. Ну, не новая она. КРН 2.1 старая, а шкив уже стоит как на последних выпусках. Потому что на старом стоял шкив большой чугунный, 5-ручьевый. Вот, значит, не рваная стойка. Какая-то она. Случаем не бежецкая. Две фотографии. 65, в общем. Дальше смотрим. Может, еще какие-то варианты будут. Ну, могу сразу честно сказать, что в районе 50-70 тысяч КРН, те колхозные, которые вот роторка, которая будет косить вам все подряд, разрабатывать ваши поля. И вот этот вариант смотрим. Все неразработанные поля. Ну вот здесь что-то с цилиндрами. Это Бежецкая, Тюменской области, значит. Снова 3 ремня. Бежецкая уже здесь не двухцилиндровая, один цилиндр. Цилиндр какой-то непонятно стоит. Все, значит, берем 60-65 тысяч. Стоимость косилки. Ну, не забываем, что Вирекс 1.65 в районе 55-60 тысяч будет также стоить. Ну, выбор за вами какая. Значит, обсудили вот эти две косилки. С косилками мы разобрались. С ценами, то, что у нас сейчас на рынке на Авито. Ну, не совсем рынок, но конкретно берем Авито, на него ссылаясь, так как, ну, оптимальный вариант для сенокоса — это укомплектоваться и дополнить нашу косилку можно, нужно граблями. В принципе, нормальные грабли, именно вот этот колесно-пальцы. Здесь сейчас мы смотрим, это сразу с волкообразователем грабли, они 6-метровые, там 6 с чем-то, две секции, то есть они сразу гребут волок. Но так как у нас минимальные затраты должны быть на грабли, сейчас покажу другие, которые менее затратные по цене и более доступные. Дешевый и качественный вариант грабель. Стоят они в районе 25-30 тысяч с доставкой, там без доставки, но покупал их там в районе 22 плюс доставка, так что в этих пределах цена сейчас и так же осталась. Ну, в принципе, не вижу смысла искать на Авито бэушные там грабли, кроме как ГВРК мы там, в принципе, с отчастников ничего не найдем. Вот, открыл сайт М-Агро, Белгород. Так. Удобрение, машина, посуда, уборочная машина для заготовки кормов, косилки, вот, грабли. Ну, все, они есть, да, вот они. Все такие есть. Пятиколесные они. 3,3 метра. Ну, 25 тысяч. Роскошь. То есть цена такого пресса, я покупал за 100 тысяч, сейчас на рынке он 150-200 тысяч, но вопрос в том, что рассчитывать на то, что вы его потом будете ремонтировать, не ремонтировать, а восстанавливать вязалку всю. А так, оптимальный вариант, тюкует он хорошо, то есть
500-800 тюков там за выезд он спокойно делает, так что он очень-очень мне нравится. Итак, с этим прессом мы разобрались. Проблема данного пресса только в том, что после него все тюки обязательно надо убирать. Убирать, не оставляя в поле, потому что они дождем пробиваются и полностью портятся. Ну и осталось нам теперь найти это пресс. Так, значит, вон есть у кого Sigma 225. Ну, считаю, дороговато, но в принципе реальный вариант. Так, все-таки, вот, есть еще пресс 87, ПРП 1.6, но я его вообще не рассмотрю как вариант. Сейчас просто забьем пресс и посмотрим, что у нас в Тверской. Пресс-подборщик, смотрим, что нам выдаст. ПР-145С он выдает. Ага. 200 тысяч. Так. Ну, дороговато. В среднем 400. Вот 400. Новый ПР-110. Велгер 12. 410. Что это? Крона. Ну, это вообще 160. ПРП-1.6. Арбалле 12. 470. Ну, а вот 42 есть. 440. Неплохой вариант. Ну, через этих дилеров, которые из Белоруссии таскают. И, в принципе, я точно так же брал. Цена, в принципе, нормальная. Но я не знаю, что такое Роланд 42. В чем его отличие в рулонах. В среднем 400 тысяч. Это любой иностранный пресс, который будет у вам еще сезон 2 без проблем работать. Лучше 46. 46 также смотрите. Нитка и сетка. Итак, 400-450 тысяч на пресс. Это класс Роланд. А так основные пресса это у нас ПРФ 145, там 180, 110, вот такие, то есть рулоны в районе 200 и 500 килограмм. 500 килограмм тяжеловато будет, а 200-250 килограмм рулоны достаточно удобные, и зимой их ворочить, то есть там один вдвоем можно кувыркать туда-сюда, разбирать. Так что вот мы и закончили весь комплекс техники, которые нам надо для заготовки сена. Ну и в конце я подведу итог по стоимости, сколько чего нам это все обойдется и стоит ли покупать это все просто для того, чтобы готовить сено для себя.